Привет, зритель. На моих губах сейчас специально сменила, вспомнив, как кто-то в комменты писал, что подобный цвет не идет. Это тоже подарок от подписчицы Лёлечки. Это у нас... Тут даже что-то написано. Сделано в Польше, помимо прочего. Эйвон Марк. То, что я сначала приняла за лак для ногтей, внезапно оказалось помадой жидкой или типа того, кремовой. Немножко непривычно наносить. Ну, я второй раз ей пользуюсь вообще. Но довольно прикольная. Короче, у нас сейчас будет обзор моего парфюма на ноябрь. Я хотела обозреть одни духи и соединить их с моим уходом на ноябрь. Но есть те, наверное, кто любит эти обзоры парфюмерок. И лучше бы эти обзоры парфюмерок были отдельным роликом. Поэтому я подумала, потрясла свои запасы. И поняла, что дураки по росту строятся, но у нас это духи. Хотя по наличию количества это тоже ступенька. По ступенькам таким. Прям дураки. Ну, не будем же дураками называть духи. К тому же они очень такие классные. Это от трех разных совершенно людей, верующих в меня в разные периоды жизни. Это у нас Avon Summer White Rio. Очень классные духи. Спасибо Лёлечке за подарок. Лёлечка моя любимая подписчица, если кто не в курсе. Очень классно пахнут для меня ананасиком. Я их почти весь октябрь юзала. Помимо прочего, хоть там есть и рис-нуарчик, или еще что-то, и я от них, от всех тащусь, но вот что-то как-то последние дня 4 только дала шанс другим духам, чтобы понять, ну, буду я их юзать, допустим, в ноябре или нет. Кайфовый такой аромат. Я понимаю, что это аромат, скорее всего, лета, но что-то меня так прет в холодную осень прыскаться ароматом, который напоминает ананасик Summer White Rio от Avon. Что он у меня вот будет в моих парфюмах в ноябре. Другой тоже будет Avon. Крышечка отвалилась. Да потому что ее потянуло неудачно. Это у нас тоже Summer White, только Sunrise. Пахнет для меня пудровой ванилькой. Вот сейчас я меня открыл с фиолетовой такой крышечкой. Это, по-моему, подарок или поменяшка, или что-то в этом роде. У нас была, потому что парфюмерная поменяшка с одной зрительницей, которая ведет, кстати, канал на YouTube парфюмерии английскому, чему-то еще посвященному. Короче, Лена из Евпатории. Если я вдруг перепутала, потому что я всех вас все равно не упомню, пишите мне в комментах, в личку или еще куда-нибудь. Лёля, ты забыла, на самом деле это я. И я скажу, ой, просты, пожалуйста, да, я забыла. Ванилька, но вот сейчас оно мне напоминает, знаете, вот у Avon есть Prima. Один практически в один аромат, как в Ифраше, Common Evidence, как явность. Оба суперстойкие и вот такие слегка пудрово-ванильные. Вот сейчас он именно похож на Приму и на Evidence, как явность, ну, переводится как явность от Ифраше. Но это всего лишь Summer White Sunrise от Avon. Офигенно. Я вчера ездила в Идру, и прыскалась. А еще я ждала в гости подружку. Вчера, но она не пришла. А я такая уставшая была, потому что там дорога в Идру была какая-то убитая. У меня ноги были такие прям эти самые цемент цементом. Или что-то в этом роде, бетон бетоном. Я сидела 3 часа без особого движения, разбирала закладки кривых рецептов на Cookpad в приложении. И чтобы как-то себя привести в норму, я прыснулась. Этим ноунеймом, русская какая-то фирма. Кстати, очень легкий такой цвет сирени. Может быть, ты видишь это, зритель, может нет. Но вот только я сейчас это заметила. Или я только что это заметила, такой между сиреневым и фиолетовым, такая вот конкретная сирень, которая не белая, а именно такая сиреневая. Хотя есть много всяких разных, оказывается, сортов сирени, и некоторые такие сиреневые сирени, не совсем сиреневые. В общем, он по цвету, духи вот сами, похож на эту крышечку. Summer White, Sunrise от Avon. Это у нас моноаромат сирень. Синяя крышечка, но по цвету он такой вот не синий. И вот реально такая конкретная сирень. Я и прыснулась, я поняла, вау, кайфово, их надо юзать в ноябре. И несмотря на то, что это какой-то русский ноунейм, вообще не знаю фирму,
И мне подарили его именно в таком виде, правда, он был полный, но без коробочки, без названия, соответственно, давно уже приличненько. Он все еще живой, я думала, что его заюзают там весной, но оказалось нет, потом летом, но оказалось тоже нет. Возможно, он будет в пустых баночках ноября, а может быть и нет. И, в общем, вот это счастье у меня втроем будет юзаться в ноябре. Да, вот такой коротенький роличек парфюма. Извиняйте, любители парфюмов. Но как бы это... 3 лучше, чем 1, да? Всем спасибо за просмотр. Если вы пользуетесь чем-то подобным, совершенно легкими духами, допустим, ароматами, когда довольно холодно и хочется чего-то такого тяжелого, обволакивающего, клевого и вообще, дайте знать в комменты. Вот приятно осознать, что не я одна такая немножко неформат в плане ароматов на осень. Всем пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!